В общественной палате региона презентовали очередную, седьмую по счету книгу серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы». На этот раз ее посвятили ключевым аспектам соблюдения прав ребенка. В разработке брошюры приняли участие члены общественной палаты, представители губернской думы, областного главка, а также уполномоченные по правам ребенка в регионе. В доступной форме детям и родителям попытались объяснить как права, так и обязанности несовершеннолетних. Такое информационно-правовое пособие появится во всех библиотеках региона, а также на сайтах общественных палат России. Мы остановились на правах как ребенка, мы остановились на правах родителей, мы остановились на взаимоотношениях несовершеннолетних и полиции, органов полиции, мы остановились на взаимодействии несовершеннолетних и органов образования, и органов нотариата, то есть мы рассмотрели разные направления.